Раз, два, три. Здравствуйте, я инспектор отдельного взвода ДПС Сетяной полиции Инжи Сава Анатольевич. Сегодня 19 ноября 2021 года, примерно в 11:30, было остановлено транспортное средство Kia Rio, госномер Елена 702, Михаил Николай 08 регион, под управлением. Представьте, пожалуйста. Цыденов Максим Батрович. Цыденов, число, месяц, год рождения. 11 октября 84 года. Максим Батрович, откуда, куда двигались? Работаю в такси Яндекс. Ехал, забирал клиента. С Пушкина, да. На сторону 4-го. Вы ехали с юга на север по улице Пушкина. Цыденов Максим Батрович. Мне с нами полагается, что находится состояние опьянения при наличии признаков поведения, соответствующей обстановке. И также неустойчивая поза. Неустойчивость позы говорю. Неустойчивость позы? Ну, это мое предположение. Хорошо. Ну, я понял. Так, я предлагаю вам... я временно остановляю отправление транспортного средства. Перед этим зачитываем ваши права. Это статья 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать себя самого и своего супруга, близких родственников, круг которых определен федеральным законом. И статья 25.1 Кодекса об административном правонарушении. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу административного правонарушения, право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснение за это ходатайство, отвода, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами. Вам ясны ваши права? Да, конечно. Вот это временное отстранение, протокол временного отстранения, ваша подпись. То, что я на момент процедуры освидетельствования отстраняю, то есть смотрите, это мои данные, это ваши данные. На момент процедуры освидетельствования? Давайте сначала пройдем освидетельствование, я сначала думаю. Нет, это я вас сперва отстраняю, потом уже проходим метод. Ну давайте. То есть это ничего такого, нет, да? Нет, это просто отстраняет, что вы... Максим Батрович, я вам предлагаю пройти свидетельство на месте через алкотектор Юпитер. Вот он. Да, хорошо. Алкотектор Юпитер. Вот, можете посмотреть для вас поверка, то, что он действителен. Дата поверки 10-го. Принцип работы не знаете, как он? Принцип работы какой? Анализатор, паров, этилового спирта, цигенов, циген. Долго все это происходит? Сейчас я закончу. Так, показываю вам. Вот он, запечатанный мушток. Я его раскрываю. Смотрите, старт идет. Проверка воздуха. Алкоголь не обнаружен. Теперь смотрите. Как шарик надуваем, обкладываем губами, да. И я вам скажу, когда стоп. Все. Смотрите. Идет анализ. Результат 0,00 миллиграмм на литр. С результатом согласны? Да, конечно. Так, смотрите,
согласен, подпись, подпись. Где? Прямо здесь писать? Вот, вот галочка. А, просто подпись? Нет, тут согласен, вот где первая, да, согласен. А сколько допустимо? 0,16 вообще. Это как бывает? Одна бутылка пива? Или да, нулевка, там, да? Одна бутылка пива. Вот тут подпись. Подпись? Максим Батрович, у меня есть наличие доказательства основания полагать, что находится в состоянии опьянения. Ну, также у меня есть основания полагать, что вы находитесь в наркотическом опьянении. Давайте я поеду, а вы уже там дальше. Вы скажете, куда я приеду? На состояние алкогольного опьянения. Куда я приеду, туда я приеду. Так, давайте, вы согласны пройти медицинское освидетельствование в республиканском наркологическом диспансере? Дальше я никуда не поеду. Вы все, я работаю. Не, вы отказываетесь, да, от наркологии. Да, да. Тут пишите тогда. У меня все по нулям, хорошо. Оснований нет. Еще раз предлагаю, вы согласны проехать наркологический диспансер? Нет, конечно. Вы отказываетесь? Да, мне дальше работать надо, вы уже понимаете. Раз повторяю, я говорю, вы согласны, нет, отказываетесь? Нет, я отказываюсь. Все, пишите, я отказываюсь. Нет, я ничего не буду писать. Все, вы же проверили? Ну, вы... Забираю права, ну, и ухожу. Стойте, нет. Почему подождите. Нет? Нет, почему нет? Вы мне скажите, я основания. Еще... Основания чего? Основания какие? Почему вы мне дальше основания? Вы... Еще раз говорю, основания какие у вас? Вы отказываетесь в происхождении. Нет, медицинского... я говорю, основания какие? На каких основаниях вы дальше? Я прошел алкотестер на месте. Да. Все, дальше мне я поехал работать. Достаточно полагать, какие? Что вы ходите. Я говорю, на вас основания. Отменения. Основания я вы мне предъявите. Поведение несоответствующей обстановке. Нормальное у меня поведение. Ну, я это, дальше это, у вас это, прошу. Это сугубо иду мое работать. Мнение. Но это тоже сугубо мое мнение. У вас есть основания меня задерживать, ломать там, скручивать, вести насильно? Есть основания? Нет, нет, ну слушайте, все, слушайте. Давайте еще раз последний... на этом прощаемся, стойте, до свидания. Еще раз в чем проблема? Вызывать тогда полицию, и тогда уже по-другому будет. Я не...